Еще раз всем здравствуйте. Меня зовут Кононова Аня. Мы находимся в закрепленном звании старшего национального директора. На проекте мы с 26.11.2014 года. Замечательные приросты показали в прошлом каталоге, о чем мы узнаем с вами, конечно же, в эту среду. О приростах проекта лично наша структура приросла на 35 тысяч баллов, что здорово, что классно, что приятно. Все огромные молодцы, все огромные умнички. И сегодня мы с вами поговорим о том же, как поднять наш товарооборот, о том, как не думать в конце каталога, что мне там 100 баллов не хватает до директорства, мне там 10 баллов не хватает, там, допустим, до 6%, чтобы вы свои звания закрывали уверенно. Это, конечно же, нужен не только приток регистрации ежедневный в вашу структуру, но еще и нужно знать правила добавления акций. Конечно же, нужно знать все акции и изучать их наизусть, чтобы у вас все было хорошо. А разобраться в них не так уж тяжело, но не так уже и просто. Почему? Потому что у нас с вами очень много подарков бывает, очень много акций. Фаберлик часто дарит деньги, Фаберлик часто что-то разыгрывает, да, какие-то поездки куда-то, еще что-то. И сегодня мы с вами постараемся охватить все, что есть. Если я какую-то акцию не сказала, прошу меня поправить, и мы ее с вами вместе обсудим сразу же тут же на вебинаре. Итак, каталог у нас с вами начался номер 7/2017. Начался довольно круто, довольно классно, но у нас с вами были лидеры, у которых сгорела стартовая программа. Скажите, пожалуйста, есть ли у нас лидеры, у которых сгорела стартовая программа? Поставьте, пожалуйста, плюсик в чат. Если нету, если не сгорело, вы идете по ней, то поставьте, пожалуйста, минусик, что у вас все хорошо. Все хорошо у всех, да? Ни у кого не сгорело. Замечательно, замечательно. Ага, очень хорошо. Так, Танюш, ну ты стартовую программу уже прошла, у кого плюсик. У кого плюсик, тот уже прошел. Танюшка у нас, да. Ага, ну все понятно. Вот смотрите, конечно, очень редко такое бывает, но это грустно, когда новички слетают со стартовой программы вместо того, чтобы полгода получать подарки. Но у всех, у кого сгорела стартовая программа, знайте, что у вас остались VIP-привилегии и программа Фаберлик Клуб. Поэтому подарки вы в любом случае будете получать. Фаберлик подарки дарит даже директорам. Вот, недавно я получила халат и 3 полотенца в подарок и 2 баночки Омеги по программе Фаберлик Клуб. Программа шикарная. Но получу в этом каталоге парфюм. Супер, Света, супер. Итак, каталог номер 7 у нас с вами длится с 24 апреля по 14 мая. Он у нас будет идти 3 недели. Как вы все знаете, у нас 19 выплат в год. И первая акция, очень, кстати, интересный журнальчик. Это каждый день с 24.04 по 14.05. 10 покупателей журнала Фаберлик Стайл номер 6 получат в подарок 2 любых аромата на выбор из коллекции Карибиана. Вот, у меня есть голубенькая версия «Океаник». И цитроник есть, вот цитроник, да, вот желтенькой, к сожалению, нету, даже не скажу, да, то есть, ну, такие нормальные ароматы. Океаник легкий, свежий такой, приятный, мне очень понравилось. И, конечно, просто так, за то, что вы получаете баллы за журналы, они весят сколько-то баллов, их можно найти в разделе промо-акции, вы еще имеете риск выиграть подарок. И, кстати, подарки у нас уже получали люди, поэтому я уверена в том, что кому-нибудь, да, постельное, да, ну, Катюш, кому как, вот я так хотела халат, вот теперь буду хотеть постельное. Вот.
Халат я хотела давно. Ты, кстати, ходишь на мои вебинары, знаешь, как у меня получилось, что я на него накопила, его не было, и я решила заказать другое, а потом вдруг он появился, я копила на него снова, дала дом заново. Поэтому да. Итак, очень много вопросов вот как раз по этой акции в личку, потому что она на всех сайтах Faberlic, как мы заходим, видна. И некоторым лидерам непонятно, почему и как и зачем по этой программе проходить. Эта программа очень простая, но она играет от регистрации в вашу первую линию, прямо под себя из своего личного кабинета. Не все так строят на нашем проекте структуру. А некоторые нацелены именно на рост своих новичков, а некоторые регистрируют людей именно под себя. Или, допустим, покупатели, которые пришли пойти по подаркам по стартовой программе, конечно же, могут быть зарегистрированы под себя в первую линию, если вам этого очень сильно хочется. Нужно за весь период действия акции четырем консультантам выполнить второй шаг стартовой программы. Это очень-очень легко с 6 по 9 периоды. То есть 6 включительно, 7, 8, 9. То есть у нас с вами 21 день в каталоге. И если мы 21 день умножим на 4, то в принципе 4 людей, идущих по стартовой программе вашей первой линии, в принципе это допустимо. Если вы хотите, обязательно проходите по этой программе. И, конечно же, в подарок вы получите брендированный столовый набор из 24 предметов. Да, то есть чайные столовые ложки, вилки, ножи. Вот, и хочу сказать вам, что я видела этот набор, видела его у выигрышек, этот набор уже разыгрывался до этого. Я вам на самом деле хочу сказать, очень красиво, качественно, и в принципе я довольна этим набором, и если у меня получится, я его обязательно заберу. Тем более условия очень легкие. Всего 4 консультантам нужно помочь выполнить второй шаг стартовой программы. Очень легкие условия. Согласны? Легкие или нет? Да, личных баллов 50, это обязательно, да. Чтобы суммарно с 6 по 9 у вас было 200 баллов. То есть, если вы сделали в одном каталоге 25, то в следующем каталоге вам надо будет сделать 75. Ира, да, сказали, что да. Можно 200 в каком-то одном, да, можно. 200 баллов – это 6%, вы еще и выплаты получите, если сделаете лично за свою структуру. Вот. Итак, следующее, что бы мне с вами хотелось обсудить, это то, что у нас появились пробники. Это на самом деле прекрасный способ познакомиться с продукцией, дарить ее кому-то, эту продукцию. Я очень часто пробники дарю, дарю вновь зарегистрированным ко мне людям, пришедшим на бизнес, да, на работу в интернете. И вы знаете, мне очень нравится их дарить. Люди пробуют, да, люди пробуют. Вот. Этот набор стоит смешную сумму 200 рублей, да, то есть это очень-очень дешево. Я этот наборчик заказывала целиком, мы его дарили новичку. Вы знаете, на самом деле, да, там идет 9 пробников ароматов, 7 пробников средств по уходу за лицом, 4 пробника по уходу за волосами и 3 пробника косметики для дома. Это на самом деле за 200 рублей, это шикарно, это огромная скидка, и компания реально хорошо вкладывается. И этот набор приходит в одной отдельной коробочке, запечатанной, запакованной. В Украине тоже есть 80 гривен. Спасибо, Танюша, будем знать. Очень хорошо. Вот. И, конечно, набор пробников, набор пробниками, но у нас с вами есть в этом каталоге наишикарнейшая акция. Это не скидка на одежду, как в прошлом каталоге, да, это порошок. И именно наши новички могут познакомиться с порошками. Что нужно сделать? Нужно оплатить до 14 мая свой первый заказ на сумму, если Россия, 1199 рублей по цене каталога все это, если Украина 359 гривен, если Казахстан 5999 тенге,
по Белоруссии 35 белорусских рублей и по Молдове 359 лей. И в каталоге номер 8 мы с вами будем выбирать порошок на выбор. То есть у нас в этом, да, порошок супер, мне он очень нравится. Единственное, да, вот я вам хочу сказать, что я их очень часто заказываю. У меня есть все три версии. Вот, но порошочек для... Минутку. Убрала далеко. Возьму его все-таки. Да, но вот этот вот порошочек, который идет для стирки тканей, да, деликатных, он, конечно, замечательный, но тут всего 500 грамм. Тут всего, видите, 500 грамм, а вот в этом порошочке тут 800 грамм, да, поэтому я вам все же советую взять вот такой, и вот таким я стираю даже цветную одежду, и одежда не выцветает, и это уже испытано 2 года как на практике, да, то есть сами знаете. Стираю я, конечно же, одежду Faberlic этими порошками, потому что у нас практически весь гардероб из Faberlic. Вот, на мне сейчас платьишко, кстати, из коллекции от Юдашкина, да. Будет запись, я записываю, надеюсь, что все будет хорошо. Вот, платье стоя, вот вы знаете, дело в том, что у меня там некуда вставать, ну вот, как даже показать, вот, тяжело его показать, платье стоя, да. Давайте я вам лучше скину ссылочку на свою страничку, и вы уже, сложно, на самом деле сложно показать. Я вам сейчас скину ссылочку на свою страничку, и там в ленте есть фотографии платьев, которые я покупаю, которые мне нравятся, которые я себе оставляю. И еще я, конечно же, сниму обзор. Блестит оно, кстати, не сильно. Оно больше блестит в темноте, на свету, на дневном, оно практически как бы такое, оно не блестящее идет. Вот серьезно, я думала, оно будет ярче, да. В камере, да, хорошо блестит, ну понятно. Я ожидала от него более яркого акцента, нежели такого. Это не сильный блеск, и оно весит много. Килограмм полтора, наверное, это платье весит, потому что все вот эти вот штучки, это железные штучки какие-то, металлические. Очень, конечно, оригинальное платье, очень. А с порошком нет, колгон не требуется добавлять, он идет безфосфатный. Почему мы добавляем колгон машины? Потому что порошки фосфатные делают фосфатные отложения, да, делают накипь. Этот порошок накипь не делает, он ее еще и убирает. Да, вот. Поэтому давайте с вами сейчас внимательно узнаем про условия акции. Их будет 2 слайда, слушайте очень внимательно, потому что сначала новички невнимательно слушают, потом получается так, что новички говорят, а где мой подарок? Да, чтобы подарки у нас с вами не сгорели, чтобы мы их с вами получили, познакомились с продукцией, нужно обязательно знать то, что если вы оформите и оплатите заказ до конца каталога, это первый шаг стартовой программы с 24 апреля по 14 мая, да, то вот обратите внимание, что в сумму заказов, необходимых для получения подарка, не входят сервисные сборы и сборы за доставку продукции. Когда мы с вами, к примеру, берем Украину, да, 359 гривен, вычитаем 20% и оплачиваем только ту сумму, то многие новички думают, что вот окончательная сумма это и есть. Так вот, нет. Платье 48-го размера, ничего себе, да? Вот не входит сервисные сборы и сборы за доставку продукции. Это очень важно знать. Иногда бывает, вот рубрика не хватает, да? Вот, давайте с вами о них поговорим еще. Да, то есть 3 подарка на выбор. Какой вы хотите, да, какой из порошочков. Во-первых, порошок стиральный для цветного белья, концентрированный, он идет 800 грамм. Вот, страна-производитель Германия, этот порошок прошел все ГОСТы, Санпины, он биоразлагаемый, вся косметика для дома от Faberlic биоразлагаемая, экологически чистая, не наносит вреда окружающей среде, то есть мы с вами можем стирать, на нем была раньше маркировка 0+,
А сейчас у нас написано, что подходит для стирки одежды для всей семьи. То есть это то же самое. Мы с вами можем стирать белье и новорожденных деток, мы с вами можем и для взрослых стирать. То есть без разницы. Самое классное, что он идет дерматологическая безопасность, она у него подтверждена сертификатом Международного научного исследовательского института. И все вы знаете, что в такой стране, допустим, как Германия, да, ну, в принципе, вот в Евросоюзе, все фосфаты давным-давно запрещены. В России, конечно, много что разрешено, но вот именно фосфаты, они запрещены давным-давно, и в Германии вообще нельзя продавать такие порошки, вот, которые у нас с фосфатами стоят в магазинах, да? То есть там только вот такое вот все разрешено, и поэтому как бы, ну, Германия это и есть Германия, это качество. Во-вторых, он концентрированный, да? Он концентрированный и он равен 3 килограммам. Далее, стиральный порошок. Вот этот я его люблю заказывать, я его постоянно заказываю. На самом деле порошки эффективные, очень хорошо работают в паре с пятновыводителем. Вот он у меня тоже там стоит, да, беленький порошочек. Замечательно работает в паре с пятновыводителем карандашом, с пятновыводителем спреем. На пятно нанесли, машину кинули, порошок засыпали, все. Даже гранатовые пятна я выводила. Пятна от зеленки, тем это конечно. А вот пятна от граната я недавно вывела, ребенок был весь в пятнах и пятнышка не было. А муж у меня любит кушать в одежде перед компьютером. От черники, вот тоже здорово, да? А скоро еще и отбелитель. Да, Катюш, скоро появится, ага. Вот, и капнул, конечно же, из булки жиром из чебурека. И, конечно, такое вот здоровенное пятно. Вы знаете, было очень приятно. Попшикала, положила в машину, запустила на кнопочку. Все, пятна нет. Мне нравится, как он работает. На самом деле экономичный, безопасный, качественный. И вот на самом деле он обеспечивает яркость и белизну вещей без серости и желтизны. У меня ничего не пожелтело. Я 2 года им стираю. И вот концентрированный стиральный порошок для шерсти деликатных тканей. Первый раз, что я вам могу сказать? Вот сильное загрязнение, допустим, на хлопке, да, я не скажу, что он круто простирывает, потому что один раз мы запускали машину, перепутали порошки, взяли ложкой, из какого попалось. Я вам хочу сказать, что это на самом деле идет целенаправленно на деликатные ткани, именно на шерсть, на все такое вот, да. Вот, я тоже от него в восторге, но стирать все-таки им надо не хлопок, да. Мы перепутали и поняли, что что-то в нем, он выполаскивается хорошо, все, но что-то как-то вот немножечко не то, да. То есть порошок все же должен работать на те ткани, для которых он создан. Вот такие вот классные подарки. Просто замечательные подарки. Я вам хочу сказать, что вот этот вот порошок, пусть он маленький объемом, но мы им стираем очень давно, и я просто довольна им, его качеством и, в принципе, качеством всех порошочков. Про универсальный, да? Ага. Надо перед стиркой залить. Нет, 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 нет. Я просто сыпаю, открываю раздел машинки, сыпаю и все, ничего я нигде не развожу. Вот, ничего нигде, да. И, конечно, внимание, очень сильное внимание прошу у вас, потому что на подарок новичка или первый шаг стартовой программы имеет право все, кто ни разу не делал заказа с момента регистрации. То есть, если к вам новичок пришел 2-3 каталога назад и до сих пор не сделал заказ, он может забрать порошок. Все об этом знали. Поставьте плюсики, минусики. Все ли об этом знали? То есть, иногда мы с вами распечатываем распечатки, и там мы видим людей, покрашенных красным цветом, да, которые уже идут на терминацию, да, в информации по личной группе. Они уже покрашены красным цветом за неактивность более 3 передов. Но им все равно положен порошок. Вы можете оставить лидера в своей структуре, плюс он получит вместо терминации порошок в подарок.
Плюс он сделает заказ на какие-то баллы и может в следующем периоде обменять их на бонусы по программе Faberlic Club. Поэтому это очень выгодно. Доносите свои все свои акции, акции от компании, чтобы у вас приумножалась структура, и в конце каталога вы бы не делали выводы, что кто-то растет, а кто-то не растет. А почему он вырос, а я не вырос, да? Обязательно нужно со всеми работать, с теми, кого вы пригласили, с теми, кого вы позвали. Все мы с вами знаем, что пик энтузиазма у человека бывает, когда он приходит первые 3 дня, потом уже меньше, потому что уже начинают то ли уставать, то ли что, может быть, информации много, да, потому что мы с вами работаем в интернете, и не каждому легко. Так и то, интернет-проект решил эту проблему, да, мы все понимаем, что без сайта вам сложно, и если ваш новичок в первые 72 часа с момента регистрации сделает и оплатит заказ, то мы дарим сайт. Да, сайт, лендинг свой, и новичок может им пользоваться и уже работать профессионально в интернете. Это здорово, да? Вот. То есть в любом случае, если не сделал заказ и идет на терминацию, он все равно имеет право... Да, по стартовой программе, Таня. По стартовой программе. Ну, конечно, пока не терминировался. Вот, далее, также важно, оплата должна пройти до конца каталога, иначе новичок не увидит порошок в 8-м каталоге 2017 года. Новички – это все, кто ни разу не делали заказы с момента регистрации. Важно, подарок новичка этот нужно выбирать самим вручную. В разделе промо-акций есть подраздел акции консультанта. И вот мы туда будем в 8-м каталоге заходить и выбирать, какой нам надо порошок, именно его, нажимать «Выбирать» и потом нажать кнопку «Применить изменения». После того, как мы нажали кнопочку «Применить изменения», мы катим вниз колесиком, и порошок будет выделен голубым цветом у вас. И будет так и написано. Шаг первый стартовой программы. 150 баллов заказ. На 50 баллов заказ нужно делать, если вы хотите все привилегии от компании получить. То есть и скидку 26% и так далее. На акцию новичка надо 1300, по-моему, по цене каталога. По акции, если вы хотите пойти по акции новичка, там не баллы, а сумма важна. Вся стартовая программа, она идет в деньгах, а не в баллах. Какой артикул для заказа? А, 1199, да? Дорогие коллеги, напишите, пожалуйста, артикул, у кого он под рукой, я что-то не помню. Итак, далее. Подарок может вас ждать уже в накладной. Это тоже такое бывает. Вот, к примеру, разобрали все порошки у вас, и эти порошки, допустим, остался какой-то один, но он вам автоматом будет падать в корзину. Такое тоже бывает. Звука нет, звука нет. Звук есть, да? Поставьте плюсики, кому слышно. Кому нет, а в принципе, кому нет, тот меня не услышит и не поставит. Набор пробников, да, тоже на втором шаге добавляется в разделе промо-акций, да. Вот, далее, еще одна фишечка, о которой вы должны знать, что есть в компании пробный шаг. А что это за пробный шаг? Это очень интересно, когда компания очень лояльна к своим новичкам и дает им второй шанс. А если новичок в прошлом каталоге сделал заказ и не получил подарок, то есть сумма заказа была меньше, чем нужно для получения, да, кому-то рубля не хватает, кто-то просто сделал минимальный активационный заказ, чтобы получить сайт, да, рекрутинговый, то вот как раз у таких людей был пробный шаг. Не в позапрошлом каталоге, а именно в прошлом, в прошедшем, в каталоге номер 6, да. И вот, извиняюсь за опечатку, да, и новичок получит порошок этого периода, если не сделает перерыв. То есть, если он в 6-м каталоге сделал минимальный активационный заказ, в 7-м каталоге он пропускает, у него не будет оплаченных заказов, то в 8-м каталоге его стартовая программа, все полгода подарков сгорают. Да, будьте внимательны. А если он сделает и оплатит заказ и заберет порошок, да, то есть порошочек заберет, то у него не сгорят ни бонусы, ни сгорят, не сгорит право на участие в стартовой программе. Ну, дорогие коллеги, полгода хитов
получать за копейки, которые я вообще не считаю за деньги, да, это просто круто. Поэтому доносите до своих новичков, будьте внимательны, и пусть у вас новичок лучше полгода идет по подаркам и рассказывает всем вокруг, какая Фаберлик классная компания, что в магазине столько ни за что не подарят, такие скидки не сделают, чем новичок будет ходить, разоряться и думать, кого бы мне зарегать, чтобы по новой пойти и куда бы мне зарегаться. Да? Вы должны понимать, что мы сами доносим до новичков. Акций на самом деле много. Стартовая программа нам кажется с вами легкой, но она кажется легкой не всем. И некоторым нужно позвонить и просто рассказать. И человек будет знать, и он вам тысячу спасибо скажет. Да, вот. Поэтому заботимся о своих новичках. И если, как увидеть шаги от пробного шага до 9-го шага стартовой программы, я обычно на последней неделе начинаю всех обзванивать. Почему? Потому что очень важно знать, что новичок, допустим, сделал 7-й шаг, да, стартовой программы, а 8-й шаг он не сделал, у него 0 заказов. И мы понимаем, что 8 и 9 шаги, они самые дорогие, и он их может прозевать. Поэтому мы набираем таких людей, звоним им, или отписываемся, или шлем письма и так далее. И люди уже будут знать, и они будут сами решать, идти им постартовать дальше или не идти им постартовать, да? Я думаю, вы поняли. Вот, значит, когда мы заходим в свой личный кабинет, заходим в раздел «Отчеты», и в разделе «Отчеты» есть отчет по стартовой программе «Структура личной группы». Мы распечатываем этот отчет, нажимаем «Посмотреть», да, слово «посмотреть», и тогда вот мы с вами будем видеть именно ту распечатку, где написано, где пробный, где первый, где второй. То есть, если у новичка стоит пробный шаг, значит, у него в следующем периоде, если вы ему позвоните, будет стоять первый, да, а в периоде номер 9 будет стоять уже третий шаг, да, вот. Перезагружайтесь, у кого ничего не видно, да. Итак, скажите, пожалуйста, кто у нас с вами забирает по шестому каталогу подарок? Кто у нас с вами забирает скидку или набор платинум? Что у нас там было? Плюсики пошли. Замечательно, замечательно, умнички. Ой, как много, здорово, здорово. Меня это радует, очень радует. Очень низкий поклон наставников, которые помогли разобраться в стартовой программе. Это ваша работа. Я 600 рублей забрала сегодня. Супер, супер. Второй подарок. Отлично. Так, вот смотрите. Те, кто забирает акцию новичка, то есть первый шаг стартовой программы за шестой каталог, в этом периоде у вас как раз есть такая выгода. Вы можете идти со второго по 9-й шаг стартовой программы. Вы можете сами решить, идти по ней или не идти. Так, минутку. Итак, значит, когда вы выполняете второй шаг стартовой программы, вы можете уже видеть, что там сумма немножко другая, она немножко больше, да, и эта сумма по цене каталога светится. Значит, и если вы сделаете менее этой суммы или забудете оплатить до конца каталога или еще что-то, да, то вы, конечно же, слетаете со стартовой программы. Вот такие вот варианты для основных стран, которых у нас лидеров всех больше, да, то есть Турция, Молдова, Таджикистан, Казахстан, Беларусь, Украина и Россия, да, это, как сказать, мы отобрали эти страны, чтобы показать вам, потому что сумма больше, но мы тоже растем. Да, конечно, растет объемная скидка, и все легче и легче делать большие заказы. С таким ассортиментищем я вообще не представляю, как делать маленькие заказы. Мне не получается. Да, вот смотрите, к примеру, вы забираете сейчас скидку, да, за одежду или забираете набор платинум, и при заказе от 2499 рублей в следующем каталоге вы можете забрать набор за 299 рублей. Если вы закажете, грубо говоря, на 5000 по цене каталога, то стоимость набора стоит 99 рублей. То есть это все цена каталога.
Да, цена каталога, поэтому знаете, что это еще минус 20% или 26%. И вот она у нас с вами, наша драгоценная стартовая программа. Это на самом деле отличный способ получать полгода подарков. И я уже иду, по-моему, забирать буду восьмой шаг в этом периоде за дочку. Да, у нас зарегистрировалась дочка, открыла 19%, но мы ее пока не поздравляем, потому что больше половины работы мы делаем за нее, так как она учится и готовится к поступлению на фото-видеографа, да. Вот, и значит, смотрите, второй шаг стартовой программы у нас с вами идет бальзам на выбор, шампунь на выбор, да, и три уходовых средства, набор для рук, Grand Prince Skincare, без коробочки он идет. И что самое интересное, что там идет альтернатива салонной процедуре. То есть вот этот вот набор, он идет и пилинг с аминокислотами и так далее, да, то есть вы шлифуете свои ручки, а потом наносите питательный крем сверху, и ручки прям молодые-молодые такие становятся, да. Вот, третий шаг стартовой программы, это как раз-таки порошок. А он тоже идет на выбор для цветного или для универсальный, да, и вот как раз тот самый пятновыводитель, который я очень люблю. Четвертый шаг – это набор линий Ice Trim. Вот эта линия, что бы мне вам хотелось сказать, она идет на выбор. Есть линия Reshaping, да, это когда вы, допустим, резко похудели, там, и кожа потеряла тонус, ну, или какие-то нагрузки, у вас стрессы были, кожа опять-таки теряет тонус. Есть линия для жирной кожи, есть линия для чувствительной кожи, да, то есть, и есть линия кислородное сияние, вот. Далее, то есть вы будете выбирать то, что вам подходит, то, что подходит вашему типу кожи, да, вы понимаете, что компания не просто вам дала, берите и идите, не хотите, продавайте, да, нет, вы выбираете то, что подойдет именно вам, это очень ценно. Подарки еще и выбираются, да. Далее, значит, набор, пятый шаг стартовой программы, это набор Skyline, это самая ходовая, да, у нас это хиты продаж, там идет тушь, помада, каял для глаз и тональное средство. Вот тоже все будете выбирать. То есть помаду цвет на выбор, каял цвет на выбор, да, то есть все, что вам захочется. Шестой шаг стартовой программы, к сожалению, не выбирается. Там идет там идет косметика для дома. Вся она биоразлагаемая, экологически чистая, без фосфатов и так далее. Вот, значит, идет средство для духовок и плит. Им нужно пользоваться только в перчатках, потому что там идут сильные кислоты фруктовые. Далее, значит, забыла, как называется, да, средство для туалета идет с антибактериальным эффектом, средство для ванны, средство для чистки металлических поверхностей и средство для стекол с антизапотевающим эффектом. Вот, вспомнил. Седьмой шаг – это микродембразия, энзимный микропилинг и плюс к этим двум глубоким очищалкам, да, это альтернатива салонной процедуры, еще идет крем SPF. После этой процедуры лучше 12 часов не выходить на солнечные лучи. Вот. Далее, восьмой шаг, это люксовая серия Secret Story. Честно сказать, я от нее в восторге. Я пользуюсь только этой серией. Я обожаю эту серию. Она мне очень нравится. Там вы будете выбирать лак цвет на выбор, помаду цвет на выбор, тушь цвет на выбор. И будете выбирать тональный крем двойной агент. Да? Нажимаете на одну кнопочку с одной стороны. У вас идет основа под макияж. На другую кнопочку у вас уже идет тональный крем. Поэтому тоже здорово. И девятый шаг. Вот как раз самый-самый дорогой. Это парфюмерные пары и вторящие к ним дезодоранты. Ой, не дезодоранты, а извините, да, парфюмерные гели для душа. Не знаю, почему я так сказала. Вот, и получается, вы тоже будете выбирать аромат женский, какой вам хочется. Помады очень хорошие. Я Secret Story, я заказываю часто, я их постоянно искрашиваю. Они просто вот. Они такие кремовые, они увлажняющие идут, да, вот, ну, как вы видите, у меня все нюды-нюды оттенки, потому что я беленькая, у меня холодный типаж, мне яркое не особо идет. Вот, значит, и мужскую, и
женскую парфюмерную воду вы будете выбирать, какое вам нравится. Там на выбор, по-моему, 6 вариантов. И такие же парфюмерные гели для душа. Вы можете выбрать или пару, да, допустим, там аромат кокет и гель для душа кокет. Или вы можете выбрать аромат кокет, а гель для душа там, к примеру, интерпарель, да, что вам захочется. Вот такая вот стартовая программа. Скажите, пожалуйста, все ли с ней были знакомы? Все ли с ней были знакомы? И давайте с вами повторим, кто идет по какому шагу стартовой программы. Пожалуйста, напишите. Очень хочется увидеть шаги. Очень хочется, да? Второй шаг. Прошла Юля, да? Я вот тоже прошла. Сейчас под дочкой прохожу 8-й шаг. Второй, 5-й, 2-й, 6-й. Отлично. Там уже подороже на 6-м подарке, да? 2-й шаг. Угу, прошла. Ну, просто, да, молодцы, молодцы. Вот, и что еще хочется сказать, да, что стартовая программа, первый шаг, это равно акция новичка. Акция новичка, она всегда с нами бывает разная. И иногда новички путают, вот они приходят на проект, да, в прошлом каталоге там была скидка денежная, в этом каталоге порошок. И они думают, что они, получив скидку, будут получать порошок. Нет, они уже идут по стартовой программе, шаги, которые не меняются со 2 по 9. Они могут выбирать внутри этих шагов, но они не могут, допустим, получить порошок. Вот это нужно знать. Сейчас за сына, вот, я тоже за дочкой забираю. Вот, значит, в сумму заказов, необходимых для получения очередного набора стартовой программы, не входят сервисные сборы и сборы за доставку. Перерыв между первым шагом и вторым и так далее недопустим. В таком случае программа сгорает. И также мы с вами что хотим сейчас сказать, что вы можете переходить из одного вида, да, в другой подарков. Что это значит? Вы можете один набор забрать за 299 рублей, потому что вы сделали заказ на 2499. В следующем каталоге вы сделали, к примеру, заказ на 5000, и у вас набор будет светиться за 99 рублей. Да, потом вы снова можете сделать 2,5, и набор будет светиться за 299. То есть вы можете все время прыгать по шагам стартовой программы. Если вы не можете, допустим, сделать заказ, чтобы забрать набор на 99 рублей, можно не расстраиваться, можно забрать его за 300 рублей. Невелика разница, да, 200 рублей получается всего лишь переплаты, но это все равно намного дешевле, чем из каталога. Так ведь, согласны? Вот, скажите, пожалуйста, поняли ли вы, что вы можете различать, ну, как бы вы можете заказывать разные заказы. Самое главное, это проплата до конца каталога и по Faberlic Club, и по стартовой программе и так далее. Вот это очень важно, чтобы вы поняли, что перерывов недопустимо. К примеру, в этом каталоге вы решили выполнить второй шаг стартовой программы, вы выполнили условия, вы забрали во время заказа первый шаг стартовой программы, но забыли оплатить его до конца каталога. И все. И у вас не будет второго шага. Поэтому, да, будьте внимательны всегда. И особенно внимательны к тем, кто не был на сегодняшнем вебинаре. Особенно будьте внимательны. И, конечно, по традиции внеплановое объявление. Это по просьбе руководства компании Faberlic. У нас с вами очень часто бывает такое, что к нам кто-то просится перерегистрироваться, говорит, что у него есть уже номер. Так вот, это невыгодно ни нам, не им. Почему? Потому что, во-первых, мы, если мы возьмем такого человека к себе, мы нарушим кодекс компании, поэтому человек не может иметь 2 регистрационных номера, нельзя регистрировать близких родственников этого человека. Очень важно. Близкие – это прямые, да? Допустим, свекра можно, а маму, папу, брата нельзя. Перевод человека, если он просится так сильно к вам, только через год после последнего его оплаченного заказа. То есть нужно ждать, пока он терминируется. Или сразу, но в течение 2 каталожных периодов с момента регистрации, если под консультантом нету структуры, и только с личного разрешения в обратную связь от действующего наставника. Работаем честно, дорогие коллеги. Почему? Потому что если вдруг, не дай бог, у вас прячется где-то перерегистрированный человек, то, став золотом, его
если вдруг его узнают, да, он, не только он свою структуру потеряете, но и вы потеряете всю эту структуру. Потому что с уровня драгоценных директоров все лидеры, которые удаляются, уходят под компанию в первую линию. Поэтому знайте об этом. Знайте об этом, что ни вам, ни им, никому вообще не выгодно. Абсолютно никому. Да? Поставьте, пожалуйста, мне слово «поняли» или задайте, пожалуйста, вопросы. Нужно обязательно знать. И, конечно, если у вас такие люди уже есть, не надо ничего бояться, вас не накажут, если вы напишите «удалить у меня такого-то человека», у него уже был до этого номер. Ничего страшного в этом нет. Пишите прямо в обратную связь и не бойтесь ничего. Все, да, ничего вам не будет. Вдруг вы об этом не знали. Итак, давайте с вами, конечно же, о приятном. Да? Вот о таких вот карточках, по поводу родственников. Если, Олечка, к вам регистрируется человек, то нужно спросить, нет ли у него близких родственников уже зарегистрированных. Обычно, как мне недавно писала девушка: «Анна, здравствуйте, вы хорошо растете, я хочу к вам». Я говорю: «Ко мне нельзя», скинула фото по правилам регистрации, все такое. Она говорит: «О, я тогда мужа зарегистрирую». Я говорю: «Мужа нельзя, муж близкий родственник». «Ой, ну тогда сестру». Я говорю: «Сестру тоже нельзя, сестра близкий родственник». Она: «Тогда двоюродную сестру». Ну, двоюродную сестру, конечно, можно, но простите меня, как двоюродная сестра ей номер передаст? Я говорю: «Вы понимаете, что вы сейчас нарушаете правила компании? Вы хотите зарегистрировать двоюродную сестру, а сами будете под ее номером работать. Это то же самое нарушение кодекса». Я ей объясняла, и она сказала мне, что как проверить? Да просто у человека спрашивать. Просто спрашивать у человека, да, ни в коем случае, да, не регистрируйтесь, да, то есть нужно просто заготовить, может быть, какой-то текст, да, и каждый раз спрашивать, не было ли у вас близких родственников, или проверять через сообщество. То есть перерегистрации, они строго-настрого запрещены кодексом компании. И очень хорошо, что запрещены, наша компания нас страхует от перебежчиков. Вот представляете, к примеру, да, компания существует 20 лет, да, какой-то из директоров уже отошел там на пассив, да, везде ездит, отдыхает, изредка работает, и вдруг появился другой директор, да, и он начал быстро-быстро расти, и те подумали: «О, а тот быстрее растет, чем наш, давайте-ка мы все к нему, он нас что-нибудь научит», и побежали толпой. Зачем это нужно? Это очень некрасиво, во-первых, и эти перебежчики, да, в следующий раз они просто побегут в другую компанию, в третью компанию. Зачем? Если вы пришли работать, работайте, везде надо работать, везде, где не пирамида, надо работать. Только в пирамиду мы вкладываем деньги и все, и ждем, да? То ли лопнет мыльный пузырь, то ли нам что-то перепадет, неизвестно. Тут мы работаем в официальной компании, которая на рынке 20 лет. Мы заключаем договор, компания предоставляет нам официальный договор. У нас начинает идти трудовой стаж. Мы с вами должны понимать, что мы работаем официально, легально. И это огромное, как вам даже сказать, огромный плюс, да, работы в интернете, что мы работаем дома, как фрилансеры, но у нас идет стаж. Если мы вместе с мужем работаем, ну, это надо писать на объединение номеров в обратную связь, по-моему, с 15% надо писать. Если скажут, что нету, то ничего страшного, ничего страшного, такие случаи бывали, вот, и просто мы отписывались в обратную связь, там уже решали, что делать. Это уже дело компании. Главное — отдать компании этого человека, а компания сама решит, что делать. Напишите человеку, пожалуйста, чтобы она перезагрузилась. Итак, поговорим с вами. А всем все понятно, да? А то я переживаю, всем ли все понятно. Да, то есть если мы работаем честно и по кодексу, у нас с вами никогда проблем не будет. Бизнес мы будем строить годами, передадим его детям, дети передадут внукам и так далее. Да, то есть все у нас будет с вами хорошо. Итак, акция «Твой бонус». Главные призы в этом каталоге меня на самом деле очень сильно удивили. Во-первых, 25 сертификатов на 25 тысяч рублей на покупку любой продукции. Вы представляете? Это же огромные деньги, да?
Потом главный, самый главный приз – это 5 поездок на остров Тенерифе на неделю. Это, мне кажется, будет просто незабываемо, да? А далее, значит, 5000 ароматов Карибиана и 250 сумок из летней коллекции. Здорово, классно, великолепно. Но это будет известно до 22 мая 2017 года. В каждой карте есть подарок гарантированный. Каждый активационный билет «Твой бонус» дает право на приобретение определенной продукции из основного печатного каталога «Фаберлик номер 7» со скидкой до 70%. Есть скидка 40%, есть 45%, 50%, 55%, да, 60%, 65% и 70%, до 70%. А скидка предоставляется от базовой цены каталоги, обозначенный черным цветом, то есть от черных цен, да, как мы любим говорить в простонародье. Категории продукции и пример скидки указывается в момент активации билета. То есть вы заходите на сайт, активируете эту карточку, стираете защитное покрытие, и вам выходит табличка, что у вас там, что вам там попалось. Очень часто попадаются подарки за рубль. Если кому-то попались подарки за рубль, отпишитесь, пожалуйста, в чат. Будем с вами поздравляться. Потому что я, когда дарила новичкам в активном росте вот эти вот бонусы за покупку, то попался подарок, два подарка одной девушке. Я думаю, боже мой, какая везучая, да? Да, вот, да? То есть все равно однозначно все карточки надо активировать, да? Скидка 40% – это тоже неплохая скидка. Вот, здорово, здорово, да? Два подарка за рубль. То есть посмотрите, еще плюсом Фаберлик дарит, да, помимо стартовой программы, помимо скидки 20% от цены каталога, три было подарка, да, ну просто невероятно классно. Аня, что там, к сожалению, нету, Любочка, а билетов твой бонус там, к сожалению, нету. Далее, значит, при активации мы, так, смски не делайте ничего, а вводите именно в личном кабинете, потому что очень часто был, в позапрошлый раз по активации твой бонус были сбои. Кому-то не достались карточки, их не вложили, не беспокойтесь, все карточки за вас активирует компания, и в разделе промо-акции вы их увидите. Даже не думайте насчет этого переживать. 4 подарка за рубль, ну, не, ну вообще здорово, да? А одну карточку можно использовать только один раз. Да, одну карточку один раз. То есть вы все равно гарантированно получаете или подарок за рубль, или скидку от 40 до 70%. И одновременно все эти карточки будут участвовать в главных подарках. Обладатели главных подарков будут известны до 22 мая. То есть все равно их нужно активировать. Ой, я была бы, Кать, рада, если бы прям наш проект бы урвал. Это вообще было бы здорово. Значит, дорогие коллеги, внимание, нигде не активируйте эти карточки, кроме как в кабинете, чтобы у вас не было проблем. Вот это на самом деле так, потому что не один раз мы сталкивались с тем, что новичку не пришла смс-ка, он не может активироваться. Пока он разбирается, срок акции выходит. Активируйтесь. Скидка 20%. Мне кажется, нет, оно не суммируется от цены каталога, а вам уже со скидкой в разделе промо это предоставляется, Марина. То есть от черной цены каталога идет скидка, понимаете? Ага, за один заказ можно активировать несколько карточек. Можно активировать все. Вот вам пришло, к примеру, 20 карт, вы все стираете, все активируете и все заказываете, потому что у карточек есть срок, они сгорают. Карточки вкладывались именно за заказ из каталога. Если вы заказывали где-то на сайте и этой продукции в каталоге не было в основном, да, то карточек мало вложится. По бонусным картам, да, отлично. Угу. Ну все, поехали с вами дальше, да? Обратите внимание. Билет этот, да, вот эти все карточки нужно активировать до 14 мая.
2017 года включительно. Необходимо ввести код активации, то есть стираем защиту, вот эту вот защиту, да, стираем. Мы ее потом вводим в окошко в личном кабинете, да, ввести промокод, называется это окошко, и смотрим, что нам выходит, и знаем, что нам выходит, да. То есть номер, расположенный слева от активации, мы этот номер не используем. Вот очень часто вводят вместо этого номера, ой, извините, вместо этого номера вот этот, и говорят, у меня карта не найдена. Это номер нужен для... Если вдруг какие-то технические проблемы возникнут, вот тогда нужен этот номер. А в остальных случаях он вам вообще не нужен, и не обращайте на него внимания. У меня ни одной технической попался. Вот, здорово. От чего их может прийти меньше? Ну, я уже это объяснила, да? То есть активировать промокод билета нужно только в нашем личном кабинете. И сделать заказ до 14 мая. После 14 мая... у вас исчезнут привилегии по акции «Твой бонус» в разделе «Промо-акции». Поставьте плюсики или задайте вопросики. Лучше бы, конечно, вопросики. Да, все карточки нужно использовать до 14 мая, потом они сгорают. Даже если вы их активируете и не заберете по ним ничего, уже они исчезают после 14 числа, в промо больше светиться не будут. Все понятно, да? Ну все, желаю всем выиграть всего побольше. Не только подарков за рубль. У матросов нет вопросов. Да? Далее у нас, значит, с вами компания очень продуманная. И она дорожит каждым покупателем. И дает нам с вами возможность поднять вот таким шикарным образом свой товарооборот. У нас есть распечатки. Когда мы заходим в личный кабинет, нажимаем кнопочку посерединке, там такая жирная, отчеты, распечатываем информацию по личной группе. Она у нас с вами распечатывается, да, то есть нажимаем посмотреть. Вот, Катюш, по 14-е, по 14 число. Вот, поэтому вот, да. Так вот, как на сайте написано, так скопировала, вставила. Активация, да. Ну, сказали, что если вот, смотри, если не заберут, то они сгорают. Видишь, для этого необходимо сделать заказ до 14 мая 2017 года. После 14 мая неиспользованные промокоды будут недействительны. Вот единственное, что нашла. Угу. Ну, мы потом перечитаем. Самое главное их уже активировать хотя бы. В прошлой акции, да, тоже было продлено и тоже было здорово, потому что столько не надо некоторым скидок, столько не надо некоторым подарков. Вот, значит, мы с вами сейчас, как уже хозяева своей структуры, должны донести до людей, что им надо самим выбирать кое-какие подарки, которые они зайдут, да, и заберут. Кто такие желтенькие? Это люди, извините, значит, распечатку по личной группе. Распечатываем распечатку по личной группе, и там будут люди, покрашенные в желтый цвет у вас, да, в красный цвет покрашены люди, которые идут на терминацию, которым положена пачка порошка в подарок, в желтый цвет покрашены люди, которым положен подарок по возвращению в бизнес. Да какой подарок? В набор входят ультракондиционер для белья и универсальный стиральный порошок. Два подарка люди получают за то, что они сделают заказ. Причем, делая заказ, на втором шаге оформления заказа им будет предложен, извиняюсь, тут не исправила, да, два подарка будет предложено, и они их забирают, а оплатить они могут когда угодно. То есть, если они сделают последний день этого каталога заказ и не оплатят его до конца каталога, они все равно эти два подарка получат, потому что они уже будут в акции, да. То есть, тут не строго оплата до конца каталога. Поставьте плюсики, поняли ли, чем это различается. То есть желтенькие — это люди, которые давно не делали заказ, и компания нам их пытается помочь вернуть. Она нам дает возможность дарить подарки нашим людям, но донести до них мы должны это все сами, иначе они не узнают.
Так ведь они не узнают. Конечно же, человек, сделавший заказ в этом периоде, будет иметь какие-то бонусы в следующем периоде. Так ведь и вот этими бонусами и скидкой 20% от цены каталога уже можно обрадовать людей, которые вышли из раздела «Желтенький», активировали свой кабинет и пошли по программе «Фаберлик Клуб». «Фаберлик Клуб», как вы знаете, намного выгоднее. Вот. Да, то есть вам нужно обязательно проверить вместе с человеком, или чтобы человек обязательно проверил, что эти два подарка вложились в накладную. Если в накладную этих подарков нет, значит, что-то пошло не так, или он их не добавил, или еще что-то. Поэтому обязательно доносите до них, что если их в накладной нет, то коробка придет без этих подарков, да, чтобы потом не было негатива. Это очень важно. Далее у нас с вами есть такая программа, как VIP-программа. А что же это такое? Я уже VIP-31, по-моему. Порошок 800 грамм на подарок, Лена. 800 грамм. Или если взять порошок концентрированный для шерсти и деликатных тканей, то он идет 500 грамм. Он идет 500 грамм. Нет, не 120, ты что, нет. А, там 120. Так, минутку. Стерильный порошок 111,99. Давайте с вами посмотрим. Я что-то, вот если честно, внимания не обратила. Давайте вместе посмотрим. 111,99. Плохо грузится из-за того, что вебинарная комната много берет. Сейчас по артикулу найдем, сколько грамм порошочек. Долго грузит. Да, 120 грамм. Стиральный порошок 120 грамм. Ну и что? Все равно подарок. Это ж не на одну стирку. Ультракондиционер для белья. Он идет для... Маленькая пачка в подарок, да. И ультракондиционер для белья, он идет 500 миллилитров. Вот, далее, значит, что у нас с вами получается? Поехали с вами дальше. И будем рассказывать про VIP-программу. Что такое VIP-программа? Напишите, кто сколько VIP. На три стирки... Да. Кто сколько VIP по стажу, да, то есть кто в прошлом каталоге первый раз сделал 100 баллов, это уровень VIP-1, кто два каталога, это VIP-2 и так далее, да. Ага, VIP-8, я примерно VIP-31, у нас есть на проекте Ирина Гончарова, которая уже подходит к серебряному ВИПу. Скоро, по-моему, через 3 или 4 каталога она будет серебряным ВИПом. Это будет первый серебряный ВИП на проекте Фаберлик Онлайн. Вот, это круто. Вот, серебряный, да, мы с вами посмотрим привилегии серебряных ВИПа. Катюш, это здорово, я тоже люблю брать новинки заранее, никогда уже не боюсь их, да, что их мне не достанется, это здорово, за 2 недели до начала продаж брать новинки следующего периода, да, ой, Настюш, молодец, здорово. Вот, значит, что такое VIP-стаж? Это число периодов непрерывного выполнения 100 и более баллов лично, то есть вы лично делаете, не группой, а лично. Вот, в случае пропуска одного периода, да, то есть вы делаете 100 баллов, на следующий период забыли сделать, если вы на третий период сделаете 200, то у вас будет VIP-3. Не сделаете 200, у вас все, да, то есть VIP-стаж сгорает и начинается заново. Вот. Компания лояльна ко всем, везде и всюду, вот, что мне очень нравится. Итак, VIP-привилегии Faberlic, уровень первый, он, я считаю, что он самый шикарный, и он мне нравится больше всего. Если мы по итогам прошлого каталога оплатили 100 баллов, то у нас в этом периоде уже есть в промо-акциях, в акциях консультанта привилегии по VIP-программе. И мы смотрим,
А там у нас будет светиться скидка 70% на один продукт из каталога. Выбор шикарный, огромный, кроме платьев. Там можно колготки, еще что-то заказывать, порошки, витамины, всякие вот средства для лица. Да, к примеру, вот эту вот машинку я заказала 70% скидкой, она мне очень-очень нравится. Это Фаберлик. Вот, и как бы, ну да, здорово. Да, Катя. Стаж сгорает сразу. Значит, далее 50% скидка на 10 любых пробников. Там идет кислородная косметика, да, вы можете взять, допустим, 10 пробников шампуня, вы можете взять 10 пробников, что там еще, кремов, 10 пробников декора, да, то есть там будут помады. Потом вы можете взять 10 пробников парфюмерии и 10 пробников косметики для дома. То есть вот у меня сейчас есть возможность забрать 50 пробников с 50% скидкой. Это шикарно. Это шикарно. Дарите к новичкам, новички будут пользоваться с продукцией, мне очень нравится. С помощью этих пробников также здорово рекрутировать людей, которые просто могут поменять магазин, получать подарки, да, то есть поменять привычный магазин на наш интернет-магазин. Это тоже очень важно понимать, да, это выгодно, это прибыльно, и это, грубо говоря, не особо такой рекрутинг, да. Почему? Потому что это несложно рассказать о компании, которую вы любите, своему окружению и донести до них, как даже сказать, да, все привилегии, они будут понимать, насколько тут дешевле, выгоднее и качественнее, чем в магазине. Все же мы страхуемся в первую очередь от подделок, да, а пользуются продукцией, да, которая есть в Фаберлик, вся семья. Поэтому вы заботитесь еще и о своей семье, пользуясь этой продукцией. Потом, значит, у нас с вами будет 50% скидка на 10 каталогов следующего периода. Это тоже круто. А потом мы с вами будем участвовать в распределении контактов от компании Фаберлик. Компания Фаберлик везде рекламируется. Да, на Ютубе, в телевизоре, в журналах и так далее. Баннеры, да, по городу, еще что-то, еще что-то. И человек видит: о, мне положен такой подарок. Вот я хочу его, да. Что получается? Получается то, что он идет на сайт Фаберлик, забивает Фаберлик в поисковике и регистрируется в первую попавшуюся ссылку. Когда он регистрируется в первую попавшуюся ссылку, практически везде, практически по всем странам, главный сайт Фаберлик наверху, да, и люди регистрируются, оставляют регистрационные данные там. Если они оставили там регистрационные данные, то в компании Фаберлик таких людей себе не берет. Она их распределяет под самых-самых умничек, да. И вот эти вот умнички как раз делают 100 баллов. Почему? Потому что если сам лидер не умеет делать заказы, да, то чему же он научит делать других людей? Поэтому программа, которая настроена в Фаберлик, да, вот это вот VIP-распределение, она именно распределяет по VIP-консультантам. Понятно, я вам объяснила, да, надеюсь. Вот. И когда регистрация проходит под человека, нам нужно этому человеку позвонить и все рассказать. Да, потому что человек, который сам регистрируется, человек, который сам регистрируется, понятно, он не просто так зарегистрировался, он хочет сделать заказ, он хочет получить скидку и вот тот подарок, который ему показали. Да, понятно, он уже целенаправленно идет. Единственное, что люди могут не сделать заказ по той простой причине, что запутались, куда нажать. Поэтому нам надо обязательно такому человеку позвонить, сказать тебе посмотреть информацию или видео, как сделать заказ, как оплатить заказ, еще что-то. Вот, минутку я закрою двери. Извиняюсь, дверки сами открылись. Вот, значит, вот такой вот уровень 1. И, конечно, контакты под нас распределять будут не только с того уровня, пока мы 100 баллов сделаем, а еще и после того, как мы пройдем тренинги. Да, об этом просите в чатах, да, тренинги. Вот, уровень 2.
Да, такое тоже может быть. Может быть один человек через раз в два каталога, да. То есть смотрите сами, в каждом регионе по-разному. А кто-то за три каталога получил почти что 15 человек в первую линию, довольный, да, а кто-то говорит, под меня регистрируют там раз в три каталога, да, то есть под меня регистрируют меньше. Поэтому смотря где какая страна. Да, давайте все отпишемся, под кого, сколько людей, дорогие VIP-консультанты, под вас подписала компания. Вот здорово, да? Троих, шестерых. Ну вот, да. То есть, смотрите, результаты есть. VIP-ом быть не только выгодно по деньгам, но еще и выгодно по бизнесу, да, с какой стороны мы не смотрим. Ага, 5 за полгода. Вот у Танюши мало, да, у Танюши мало. У меня примерно по одному в каталог падает, по одному в месяц, я бы сказала, да. Примерно где-то 15 регистраций за год получается, под меня компания провела. Но все равно они прошли, вот некоторые уже стартовую программу прошли, Фаберлик-клуб заказывают. Одна дочку свою захотела зарегистрировать, чтобы по стартовой пойти. То есть, да, всякие случаи бывают. Мы с ними общаемся. Да, покупатели много времени не занимает. Им один раз позвонил, познакомился, он начал все рассказал, куда нажать, как сделать, как оплатить и все. Город маленький, да. Но обычно людей дают с области. Мне вот недавно дали. А человека, мне до туда 2 часа ехать, но мне его дали оттуда, вот из такой дали. Я понимаю, что 2 часа на машине ехать, на автобусе вообще, наверное, 3,5 часа. Это, конечно, да, но мы просто созваниваемся, мы еще не ездили друг к другу. Итак, перейдем же с вами на уровень 2. Это 3 периода подряд мы выполняем 100 баллов личного объема. И у нас с вами получается VIP-3, уровень 2. Во-первых, все привилегии уровня 1. То есть компания как под вас подписывала, так и подписывает людей. Как у вас была скидка на один продукт, так она и действует. 50%, да, на пробники и так далее. Далее, значит, все привилегии первого уровня мы с вами обсудили. Плюс добавляется бонус 10% при выполнении 150 и более баллов ЛО. Вы получаете 10% объемную скидку на весь личный объем. Объемную скидку это не скидка от цены каталога, это немножко другая скидка. То есть сделали вы, к примеру, 150 баллов, за 50 баллов вам нужно высчитать, да? Умножить 50 баллов умножить на 60 и умножить на 10%, да, на 0,01. Ой, на 0,1 получается, да? Вот. И у вас получится сумма ваша к оплате. Вот эти денежки, они вам падают на вашу объемную скидку, на ваш счет в кабинете Фаберлик. У тех, у кого открыт уже контракт с компанией, то на расчетный счет в банке. Вот, и эта денежка, она приходит. То есть это не совсем, это не увеличивающаяся скидка, то есть у вас было 26, вдруг стало 36. Нет. Это немножко другое. Это деньги, которые вам приходят, которые вы можете тратить в счет оплаты своих заказов, так же, как и свою объемную скидку. Вот. Уровень VIP-3. Это 9 периодов подряд, когда мы выполняем 100 баллов, пользуемся всеми привилегиями первого, второго уровня. И вот оно самое классное, это возможность заказывать новинки следующего каталога за 2 недели до начала продаж по красным ценам. Это просто здорово, да, не более 50 штук на один регистрационный номер. Вот это мало, честно скажу, иногда не помещаются мои желания в эти 50 штук. Вот, уровень 4, это 18 периодов подряд, мы выполняем 100 баллов личного объема, мы становимся VIP-ом 4-го уровня. 18 периодов подряд делаем 100 баллов и получаем значок. Все привилегии предыдущих уровней нам доступны, плюс добавляется еще один продукт с 70% скидкой. Если их суммировать, их получается 2. Я сейчас забираю 2. Вот. Далее, значит, каждый период за 3 дня до начала действия каталога, это пятница последней недели, для консультантов 4 уровня становятся доступны цены и промо-акции следующего периода.
Да, то есть и тут, конечно, нужно понимать, что если мы выбираем ценные промо-акции следующего периода, оплатить заказ мы сможем только в следующем периоде. Баллы за такой заказ будут начислены также только в следующем периоде. И по достижению 4-го уровня у нас вот уже Катерина Селиверстова получила значок. И это здорово. Значок такой большой, красивый, блестящий очень. Мы думали, он будет маленьким, он такой большой, симпатичный, да? Далее, значит, вот я вам говорила про серебряного ВИПа. Это 50 периодов надо выполнять, 100 баллов личный оборот. И привилегии будут все суммироваться, и плюс добавляется 70% скидка на два продукта действующего каталога на бизнес-аксессуары и бизнес-инструменты. Далее, значит, уровень золота, все привилегии и плюс еще 70% скидка. То есть в итоге на уровне рубина вы будете получать уже так 2, 4, 6... 7, 8, на 8 продуктов 70% скидку. Причем за них балл идет полный, не половинчатый. Это вообще шикарно, понимаете? Вот. И уровень бриллианта у нас с вами самый классный. Это 200 периодов подряд, когда мы выполняем. Там уже все привилегии всех уровней. И эксклюзивные наручные часы прямо от самой компании, от Алексея Нечаева в подарок. Специальный значок с уровнем достигнутого уровня, а также отметку о количестве периодов непрерывного выполнения VIP-стажа именно в кабинете. Вот. Ну, конечно, VIP-консультант – это здорово и классно, но с 50 баллов тоже есть огромные привилегии, мы должны их с вами знать. Все мы можем в одном заказе получить скидку 20 или 26%, плюс, конечно же, подарки. Но если мы делаем 50 баллов, подарков много, а вот если по итогам прошлого периода мы с вами сделали заказ на 50 баллов и оплатили его до конца каталога, а в этом периоде у нас с вами скидка на все, кроме одежды, 26%. То есть скидка у нас с вами увеличивается. Итак, как же правильно добавлять акции по каталогу номер 7? У нас с вами есть три категории акций. Это три вида акций. Первый вид – это продукция, которую нужно добавлять в корзину. Второй вид – это продукция, которую нужно выбирать в разделе промо-бонусы за покупки. И продукцию, которую нужно добавлять автоматически в заказ. Которая добавляется, извините, автоматически в заказ. Это подарки из каталога. Подарков у нас два. Мы их сейчас с вами посмотрим, обсудим. Первый вариант, да, с ним все понятно. Мы с вами добавляем продукцию из каталога, смотрим, что нам накладной дорого, но когда мы проходим в корзину, оно все пересчитывается и уменьшается балл, уменьшается сумма, и все у нас с вами становится понятным. А вот бонусы за покупку, это такие коварные бонусы, которые не перестают, как вам даже сказать, да, наших новичков расстраивать и радовать одновременно, потому что тот, кто понял, как этими бонусами пользоваться, тот в шоколаде, кто не понял, тот расстроен. Их нельзя добавлять из каталога. Если у нас с вами стоит пометка, сейчас я найду любой бонус за покупочку быстренько, да, если у нас с вами стоит пометка, вот, и сейчас как назло не найду, как оно бывает. Так, супер, вот, да, бонус за покупку, вот так вот он обрисован. То есть вот эту вот туалетную водичку нельзя брать из каталога, она вам придет дорого, 699 рублей. Ее нужно выбирать именно в разделе промо-акций, для того, чтобы забрать эту воду. Также эти акции кратные все, которые у вас есть, да, их всего лишь 8, все остальное мы добавляем из каталога, то есть их всего лишь 8, их даже можно запомнить. Акция кратная, что это значит? Это значит, что сколько раз, допустим, вы купили на 1000 рублей, да, из каталога купили на 1000 рублей, и вы можете, допустим, взять три жидких мыла, три зубных пасты, да, вы можете взять 5 объемных тушей, да, вы можете взять 2 аромата оранжерии,
да, получается аромат Пондор вы можете взять, да, сколько штук, кондиционеров для белья, да, то есть вот, вот это все вам будет доступно в промо, да, если вы купили, к примеру, там на 1000, если купили на 500 рублей, понятно, что все по одному, на второй подарок уже скидка не выходит, только тушей можно будет взять, да, тушей побольше. Нет, тушь тоже нельзя будет, да. Ну, в общем, вы поняли, да, акция кратная. Сколько раз вы выполните на эту акцию, столько раз вы возьмете. Причем на одну и ту, на разные акции можно сделать одну сумму и все. И они вам все будут доступны. И их нужно обязательно добавлять в разделе промо. Далее, продукция, которая автоматически добавляется в заказ, это наши подарочки. Это здорово просто. А, во-первых, мы с вами можем получить пробник саше шампуня Cell & Care. А, очень хороший шампунь. А, в подарок за 1 рубль при покупке набора Cell & Care. Бальзам 82.11 плюс маска 82.12. Закажу обязательно, потому что я и перешла именно на эту серию. Она идет без лаурисульфата, и мне это очень нравится. Далее в подарок тоже воспользуюсь этим подарком. Очищающая полоска при покупке продуктов Ultra Clean Green и Ultra Clean. Самое интересное, что я этой продукцией пользуюсь постоянно, она мне очень нравится, ей пользуется моя дочка, и вдруг за это буду дарить подарки, да, за то, что я покупаю, конечно же, я закажу побольше, пусть стоит, зато еще полосочки будут. К примеру, вы добавили, допустим, 5 умывалок Ultra Clean Green, и вам подарки не нужно добавлять в заказ, в разделе промо-акции они у вас упадут. То есть вы будете видеть, что у вас 5 полосок там, допустим, и это будет стоить 0 или 1 рубль, да? Ага, вот, да? Далее у нас с вами идет отдельная программа для всех Фаберлик Клуб. Она работает очень легко и просто. Один бонус равен 1 баллу личного объема. А что это значит? Если в прошлом периоде вы сделали заказ от 50 баллов, да, к примеру, его оплатили, то в этом каталоге вам начислили 50 бонусов. И 50 баллов мы делим на 15 бонусов, сколько мы можем забрать подарков. Да, то есть бонусы бывают разными. Подарки могут быть разными, да, они могут быть и подороже, подешевле, и бонусы можно копить, можно их забирать, но у них есть правило, они могут сгореть, да, и, соответственно, если вы в прошлом периоде сделали заказ на 1 балл, в этом периоде вам начислится 1 бонус, да, я думаю, это все понятно. Значит, программа простая, размещаем, накапливаем, обмениваем, но она может сгорать. Сгорать она может только в том случае, если вы пропустили заказ. Вот смотрим с вами. Смотрим с вами, будем рисовать. Так, почему-то не рисуется. Будем с вами рисовать. Не хочет, да? А вот, да, период первый, это ЛО 10 баллов. Вот эти 10 баллов, они начислились во втором периоде, если заказ оплачен до конца каталога, да. ЛО 15 баллов, то есть получается 10 плюс 15, получается 25. И мы бонусы копим, если мы их не тратим, да. А в третьем периоде ЛО 0. И у нас с вами получается последние 15 бонусов удалились и осталось только вот эти вот 10. Понятно объясняю? Плюсики, минусики. Поставьте, пожалуйста, да, у нас осталось только 10. То есть сгорают не все бонусы, а только последние, да, не предыдущие. Далее, значит, 25 минус 15, да, и у нас с вами остается 10 бонусов. Если мы опять-таки сделали ЛО 0, да, личный объем 0, то у нас вычитается последние 10 бонусов, они сгорают, и у нас, да, 0 баллов, 0 бонусов, все, ничего нет, да. Далее, значит, но заметьте, Фаберлик Клуб, она не сгорает, вы можете в нее вернуться в любой момент, и у вас фиксирована за вами скидка 20% от цены каталога есть всегда. И вот это вы должны знать. Она всегда есть, она не сгорит никогда. Вот, значит, в седьмом периоде вы вдруг решили сделать 50 баллов, увидели, что вы работаете, ваша структура растет, вам захотелось забрать свои денежки за свою структуру, да, и вы сделали 50 баллов. Да, в периоде номер 8, помимо 26% скидки от цены каталога, вам еще начисляется 50 бонусов, да, по программе Фаберлик Клуб, и эти 50 бонусов вы можете копить, можете их уже обменивать на, получается, 3 подарка, да, вот. Значит, в восьмом периоде вам понравилось,
копить бонусы, и вы сделали 250 бонусов, но компания начисляет только до 150, да? Вот, смотрите, пункт 4. Если в 8-м периоде ЛО консультанта более 150 баллов, то по итогам 8-го периода к вашим уже накопленным бонусам будет начислено 150. То есть сделайте хоть 500, у вас будет начислено 150. Сделайте, допустим, 180, вам все равно будет начислено 150. А, подарки есть от 5 бонусов, что ли, Юлечка? А что это я? Опять-таки я прозевала, что ли? Так, минутку. Сейчас будем вместе смотреть. От 15 вот у меня стоит. От 15 стоит, Юля. Где ты видела от 5? От 15 все везде, от 15. От 5 в промо? А, 5 баллов твердое мыло. Так, отлично просто, да? Это что у нас получается, да? Сколько мы с вами можем мыло забрать, да? У новых консультантов от 5 баллов. Замечательная новость. А почему о ней нигде не было написано? Да, здорово, да? Ну, к примеру, да, вот у меня, к сожалению, светится от 15 бонусов. Я недавно забирала халат, недавно забирала омегу, 5 бонусов у меня нет. Да, у меня нет от 5 бонусов. Может быть, появилось, но это сделали молча и недавно, и новость вывесит позже. Но это просто здорово, да? То есть Faberlic Club у нас с вами сгорает, и поэтому нам с вами нужно обязательно торопиться до своих людей доносить. Значит, компания начисляет не более чем 150 баллов, и 150 баллов, если брать подарки все же от 15 бонусов, сколько это подарков? Сколько? Скажите мне, сколько это подарков? Это, наверное, вообще, да? Вот. Изменения пошли, это здорово. Компания Faberlic нас слышит, потому что, да, за 10 баллов тоже что-то можно. Да, то есть, что мы с вами делаем? Вот пока что я обладаю только такой информацией, что 150 я делю на 15, и мы с вами сколько подарков получаем? 10 штук, да? 10 штук подарков. В магазине столько, конечно, не подарят. Это шикарно. От 10, да? То есть, мы с вами можем взять один какой-то дорогой. Поехали с вами дальше. С Faberlic Club, я думаю, все у нас с вами понятно, что ее можно копить, можно тратить, можно покупать маленькие подарочки, можно покупать большие подарочки. Да, я вот заказала халат и 3 банных полотенца, скоро про них сниму видео. Я накопила на них и заказала вот 2 баночки Омеги. Итак, дорогие коллеги, видели ли вы хоть одну компанию с таким количеством подарков? Вот какая-нибудь компания вам появлялась? Такая. Юлечка, огромное спасибо, будем смотреть. Нет, не видели. И я тоже не видела. Мы только совершенствуемся, мы только растем. А вы видели хоть один магазин? Вот с такими акциями, с такими подарками. Вот у нас в Спортмастере серебряная карта, так и то там, по-моему, 5% скидка, до 7% надо быть золотым каким-то покупателем и там огромную сумму денег на карточке накопить. А, все, все. И я думаю, мы с вами должны это ценить, но не молчать про это. Мы должны об этом рассказывать своим новичкам, чтобы ваши новички вместо того, чтобы у них был ЛО0, гордились тем, что они покупают Faberlic. Faberlic — это бренд, это шикарный бренд, работающий с мировыми дизайнерами, да, и мы гордимся нашей компанией. Так ведь? Да. А качество так в себе стало, тем более, цены дороже. Да, вот все это правильно. Поэтому, дорогие наши лидеры, дорогие наши новички, вы можете не только получать подарки, вы можете пользоваться на самом деле дизайнерскими вещами. Это Ахмадулина, это Видашкина. Скоро еще с компанией с кем-то заключит контракт, скорее всего, да. И, конечно,
Представьте, что вы рассказываете каждому своему новичку в созвоне про все привилегии, которые у него есть, да? И вот раз, да, у нас очень много новичков на проекте, но их, к сожалению, меньше, чем те, которые делают активационный заказ, но очень много VIP-1 прям в каталог регистрации, да? Вот, что ему положено в следующем каталоге? Кто самый находчивый, да? Давайте пишем в чат, что же положено VIP-консультантам? Давайте с вами немножечко поработаем, потому что уже вебинар подходит к концу. Ничего-ничего, бывает, бывает, я поняла, поэтому 33. ОС 3%, молодец, стартовая программа, ОС это объемная скидка, да? Подарки по бонус-клубу. 50% на пробники. Молодцы, молодцы. Что еще положено в VIP-1? Ваш новичок VIP-1. Вам надо ему рассказать, какой он молодец, его похвалить, его поздравить, что он занял такой престижный статус, как VIP. И что еще, ну, что нужно? Регистрации. Людей под него будут подписывать. Да, 26%. Молодцы, молодцы. Молодцы, каталоги еще, 10 каталогов забыли. Молодцы, да, то есть, конечно, поздравления от проекта в первую очередь от директоров, да, и столько вот привилегий, которые вы перечислили, вы, конечно, умнички. И получается, что подарки по Faberlic Club, если брать мылом, там вообще не 6, а десятки, да, можно забрать. Да, сайт обязательно от проекта. Огромное молодец, Мария. Вот на самом деле мы забыли про сайт от проекта. Конечно, да. Вот я тут его даже не вписала. Машенька, молодец. Да, сайт от проекта. И, конечно же, первый шаг стартовой программы. Мы все забыли про него. Да, про первый шаг стартовой программы он получит еще и, да, вот и к вам пришел новичок в этом периоде, сделал 100 баллов, оплатил до конца каталога, он в следующем периоде, да, получает и сайт, и порошок, и скидку 26%, и все привилегии уровня VIP-1, участие в распределении контактов, да, денежка за структуру или за свой заказ, объемная скидка, да. Это не скидка цены каталога, да, это уже денежки, которые приходят вам на номер, которыми вы можете оплачивать свои заказы, да, вот в Одноклассниках обязательно, да, которые за вас будут работать, и подарки по программе Faberlic Club, энное множество, да, от 6 штук, это если брать 15 бонусов, да, вот, вот, как вы думаете, выгодно? Я вот неделю назад ходила покупать себе пальто. Да, купила пальто, классное пальто, 12 тысяч рублей, но мне сделали скидочку 2% и все, до свидания. И вы знаете, я так постояла и подумала, хоть бы мне перчатки в подарок дали, что ли, или шарфик какой-нибудь, чего. Такая покупка за наличку, они взяли, мне ничего не дали. Вот вы представляете, как нас балует Faberlic. Лучше бы я купила в два раза дешевле, да, Faberlic, себе бы этот же плащик, да, плюс получила бы за него бонусы, плюс получила бы за него скидку 20%, да, и эти бы бонусы по Faberlic клубу я бы в следующем каталоге потратила на какой-то из подарков, да. Вот вы представляете, как меня Faberlic избаловал за эти два года, что у меня такое ощущение, что я вот прям... хочу, прям сплю и вижу, как меня подарками задаривают. Это тоже, конечно, да, не очень-то и хорошо. Также у нас с вами есть бонус быстрого старта. Он действует с 4 апреля. Если вы за 3 расчетных периода открываете уровень директора, то компания вам дополнительно платит 40 тысяч рублей. Если вы за 3 не позднее 6 расчетных периода открываете старшего директора, то у вас будет премия 20 тысяч рублей. Если вы открываете серебряного директора не позднее 9 расчетных периодов, то вы дополнительно, помимо бонусов, да, получаете 80 тысяч рублей. Поэтому быстро расти выгодно, да?
быстро расти выгодно. Также мы с вами не забываем, что это кислородная косметика номер один, что мы с вами получаем признание на сцене, что мы с вами развиваем свой бизнес в 42 странах, что компания садит деревья, сотрудничает с межрегиональной экологической общественной организацией ЭКО с 2010 года, что компания помогает деткам с ограниченными возможностями, спонсирует деткам, да, без зрения, воспитывает собачек, кинологов, и это здорово, и мы можем в этой акции поучаствовать. Да, и, конечно же, дорогие коллеги, путешествия за счет компании. В прошлом году мы ездили в Шри-Ланку, в этом году мы едем в Доминикану. Это круто. Компания имеет свой собственный завод. Фабрика стала не 35, а 45 тысяч квадратных метров с недавнего времени. Компания свой центр научных разработок, который принес 34 патента из собственной лаборатории. Да, то есть у нас с вами все шикарно, практически вся продукция получает, если духи, то фифи, если косметика для дома, то знак качества и так далее, да, если одежда, то лучшая коллаборация года, то есть мы с вами, нам есть чем гордиться за нашу компанию, конечно, дорогие коллеги, каждую первую среду от начала каталога в 19:00 у нас с вами поздравление проекта. Мы будем поздравлять с подтверждением и открытием новых уровней от 12%. Приходите порадоваться за коллег и за себя. Будем вас очень-очень ждать. Ну что ж, всем пока-пока. Если у вас есть какие-то вопросы, то вы их можете задать в вкладочке «Вопросы». Вопросы во вкладке. Аня, а как вы дарите пробники, если они из другого города? А я им могу на свой номер сделать заказ, им выслать, оплатить и позвонить на агентский пункт и сказать, чтобы они отдали этому человеку. А нет, вопрос, наверное, не по теме. Мне тут покупатель вопрос задал, почему состав продукции только на английском языке. Ну, это принято везде, если честно, это надо гуглить, узнавать, почему только на английском языке. Именно консервант. И консерванты содержатся везде, то, что хранится более 3 дней, да, шампунь не творог. Вот, только слово консерванта какое непонятно, где можно узнать эту информацию. В обратную связь, Юля, можно узнать, обязательно пиши по любому продукту в обратную связь и обязательно ответят. Вот, ну все, смотрю, вопросов больше нет. Вот, всем пока-пока, спасибо, что со мной так долго просидели, вечером постараюсь вас так долго не задерживать. Сегодня я веду вебинар, с чего начинается наша работа, приходите обязательно ко мне.